Земля в безвозмездное пользование. В Димитровграде первыми собственниками таких участков стали 4 многодетные семьи. Родители вместе с детьми пригласили на встречу в администрацию, где глава города Николай Горшенин вручил собравшимся документы на землю и небольшие подарки. Для нас очень радостное событие, потому что леса его у нас нет, и купить землю мы не сможем в городе, потому что все-таки деток много, и поднимать нужно каждого. И это для нас выход. Конечно, рады, потому что уже есть начало. Раз есть начало, то когда-нибудь будет и окончание. Эти семьи землю получили в районе Олимп. Распределять участки по строительству жилья для многодетных будут и в соцгороде. Мы сейчас будем оказывать помощь в подведении им, значит, коммуникации к этим домам. Глава города этот вопрос держит на личном контроле. Ведь желание получить землю уже изъявили 63 многодетных семьи. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.